школы поехали. Дамы и господа, сегодня на ваших глазах состоится невероятное событие. Во-первых, нас отпустят. Во-вторых, мы произведем запуск нереального гиперболоида инженера Кудымова. Вот. Это все вот эти конструкции построены по средствам буферизации, переменной частоты с негазотропной фильтрацией обоих фильтров попеременно согласно законам Марии Кюри и Марии Перекури. Сейчас мы вам представим фильм «Не ебаться в задницу, а делать дело». Вот сейчас вы видите главные боеголовки L7, Z16, U8 и не помню как, но въябывает без даускас. Вот мы видим кольца оборонения третьей ступени, выход кольчатолинейного газа. Вот также мы скотовидную вот эту вот жилу видим. Здесь у нас присутствует 25 тонн. Видите, как с легкостью я поднимаю, потому что руки рабочие. Не в том смысле, но вы поняли. Вот, да. Сейчас мы видим главную штекер-вилку подсадить. Вы нихуя не увидите. Вот, а мы видим. Вот, да. Потому что нам можно, а вам это все сложно. Вот, ну невозможное возможно. Вот, сейчас мы продемонстрируем вам с Александром, как действует эта система фена. Вот, это главный пульт. Вот, посмотрите на него, я чуть не въебал. Мы сами чуть ли не детонировали. А это ручка, штепсель, капсуль переключателя, можно сказать, пусковая установка. Ну, в доме автомат это называется, на кухне вот так вот свет. И пизда бы нам, если бы мы не отцепили вот этот штекер. Вот. И поэтому сейчас мы предлагаем вам окунуться в мир фантазии и покурить вместе с нами, если вы нам привезете. Вот. А если не привезете, то нас палит. Ну вот и как бы все. Мы сейчас будем производить запуск. Респект тем, кто с нами делится чудесами и зависает на весах под правильный саунд. Вот. Я думаю, нужно уже запускать. Все готово. Крас я бы отсобудил. Вы подумали план отступления? Вы обещали придумать план отступления. Вы нихуя не продумывали. Вы просто купили бадлабаса и думали, что все будет хорошо. Но мы не Митя Фомин из Хай-Фай, мы знаем, что не все будет хорошо, если вы встретите на улице килограмм деревесина. Деревесин, железовъебин, кирпичик шмалебин, вот это вот очень... Диагонолин. Как? Диагонолин. Диагонолин — это очень жесткое вещество. Вот это, например, обычный ребенок может подумать, что это 70 грамм алюминия. Нихуя подумал. Все, короче,